С 21 по 25 марта в Москве провели ежегодный форум кредитных союзов России. В нем традиционно принимала участие делегация от Первого Мурманского общества взаимного кредита. На площадках форума вместе с депутатом Государственной Думы, председателем Комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым, представителями МГУ Ломоносова и Центрального банка России обсудили перспективы сектора в новых экономических реалиях, возможности участия кредитных кооперативов в национальных проектах. Для размещения сбережений к нам обращаются многочисленные клиенты банков. Спасибо им за оказанное доверие. Очевидно, что на сегодняшний день кооператив является островком стабильности для граждан, и мы не зависим от колебаний рынков валют и не зависим от международных санкций. Сегодня, как и всегда, мы продолжаем разрабатывать отличные программы по сбережениям с выгодными ставками и высоким процентом для наших пайщиков. Это 24% годовых, самая высокая ставка на рынке по сбережениям на сегодняшний день. Наши консультанты с удовольствием ответят на ваши вопросы и предложат выгодный тариф для вас. Мы благодарны мурманчанам и жителям Мурманской области за то, что они уже 12 лет выбирают Первое Мурманское общество взаимного кредита. Кооператив предлагает не только тариф по размещению сбережений «Поддержка» со ставкой 24% годовых, но и другие выгодные тарифы на короткие и длительные сроки с пополнением и без. Также в Первом Мурманском действует программа, которая позволит зарабатывать 1, 2, 3 и более тысячи рублей за нового привлеченного по вашим рекомендациям клиента по сбережениям. Подробную информацию можно узнать по телефону 99-44-77 или обратиться в один из 10 офисов в Мурманске и области.